Всем привет! Вы на канале Софья Стар. Мы приехали в замечательный город Курганинск, чтобы показать вам все его красоты, а также станицу Родниковскую. Одним из малоизвестных городов Краснодарского края является небольшой и уютный Курганинск. Он редко бывает на слуху, хотя он расположен почти в центре Краснодарского края. Что кажется, будто этот небольшой тихий городок затерялся в зелени среди полей. Для него характерно размеренное течение жизни, аграрное направление деятельности и развитая инфраструктура. Именно эти факторы делают населенный пункт привлекательным для приезжающих из других регионов. Я приехала в станицу Родниковскую, которая находится неподалеку от города Курганинска, к своей подруге Алине. С ней мы познакомились в санатории имени Пирогова в Геленджике и сейчас общаемся по сей день. И вот Алина меня пригласила к себе в гости в Курганинск, и я, конечно же, захотела заснять видеообзор. Мне есть чем сравнить такие небольшие города в Краснодарском крае. На моем канале вы можете увидеть множество других видеообзоров городов, так и станиц. Я могу сказать, что Курганинск – это действительно очень уютный и благоустроенный городок в Краснодарском крае, в котором преимущественно живут потомки казаков-основателей. Меня обрадовало то, что там есть просторные чистые улицы, множество зеленых скверов и ухоженных парков, которые радуют глаз жителей и туристов. Жаль, что я приехала в Курганинск на один денечек, поэтому мне удалось посетить только самые основные значимые места, достопримечательности. Так что, если вы посетите Курганинск, станицу Родниковскую, выделите для прогулок как можно больше времени. Ну и как любой другой небольшой город на юге России, Курганинск не может не похвастаться обилием достопримечательностей. Чем же интересен Курганинский район для переезда? Давайте с этим разберемся и поспрашиваем мнение горожан о жизни в этой местности. Местом притяжения для горожан и туристов, особенно в летнее время, является пляж «Две зари». Это центральная городская зона для купания, расположенная на берегу озера в городе Курганинск. В 2022 году здесь была произведена реставрация, в ходе которой был усовершенствован пляж. Он стал более многофункциональным, так как сейчас он включает в себя пляж первой категории, детские, игровые, спортивные площадки и территории для важных мероприятий. Также здесь наблюдается развитие туристической инфраструктуры, высокий уровень доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, охраны и круглосуточное видеонаблюдение, привлекательные торговые точки и новые рабочие места, а также более 100 тысяч гектаров лесопарковой зоны. Проект городского пляжа «Две зари» это гордость Курганинского района. Чего только нет на территории пляжа «Две зари». Лежаки, навесы, прогулочные зоны, детские спортивные площадки. Все сделано для хорошего отдыха и приятного времяпровождения вместе со своими друзьями и близкими. На пляже «Две зари» можно взять в прокат катамаран или лодку. Мы с Алиной взяли катамаран, чтобы насладиться прекрасными видами, хорошей погодой и поплавать. Полчаса взять в прокат катамаран стоит 350 рублей, а час 700. Thank you.
Курганинск относят к городам с развитой инфраструктурой. Тут действует 16 общеобразовательных заведений. Из них один казачий кадетский корпус, музыкальные и художественные школы и 11 детских садов. Выпускники школы могут получить профессию в Курганинском аграрно-техническом техникуме. А сейчас вы видите спортивный центр «Юность» с большим стадионом, беговыми дорожками и футбольным полем. Пожалуй, самой яркой достопримечательностью Курганинска является прекрасный Свято-Вознесенский храм. Он считается одним из красивейших архитектурных сооружений не только на Кубани, но и всей России. Этот собор строился в течение 10 лет на добровольные пожертвования прихожан и был освящен в 1916 году. Ну а мы с вами идем дальше, и впереди парк истории. Совсем недавно в парке происходила реконструкция, в ходе которой появились 12 тематических развивающих площадок, новый фонтан, сад естествознаний и амфитеатр «Казачий круг». Вместе с новыми чертами парк сохранил и прежние. Обновленные дорожки в привычных направлениях, в порядок привели зеленый кинотеатр, танцевальную площадку, постаменты памятников и аттракционы. Курганинск является административным центром Курганинского района. Он расположен на равнине, раскинувшейся вдоль горной реки Лаба. Климат в городе считается умеренно континентальным, засушливым. Температура воздуха превышает плюс 30 градусов летом, а зимой среднее значение находится в пределах минус 4 градусов. В Курганинске есть много различных заведений, в которых можно вкусно покушать и отдохнуть. Лично меня Алина привела в кафе «Биг Булл», так как это ее самое любимое место. Меня обрадовало широкое меню, так как здесь есть все: и авторская кухня, и роллы с бургерами, и пицца, с также вполне приемлемыми ценами. В городе Курганинск есть свой городской парк, который встречает своих гостей красивым фонтаном и цветущими клумбами, а также разнообразными зонами отдыха – лавочками, скамеечками, торговыми точками. В этом парке можно прокатиться на лошадке или взять в прокат детские машинки. Ну и как же парк без кинотеатра? Встречайте, кинотеатр «Победа»! А также в парке есть аллея героев Советского Союза, которая состоит из каменных плит с именами погибших в военные годы солдат. Я думаю, что переезжать в Курганинск на ПМЖ больше всего подойдет молодым семьям, мечтающим заняться сельским хозяйством, либо же людям старше 35 лет, работающим удаленно, либо имеющим востребованную специальность. Будут в восторге и пенсионеры. Им будет по душе относительно чистый воздух, наличие собственного огорода и доступ к свежим овощам и фруктам. В Курганинске есть всего один музей, но довольно занимательный, который сможет вам рассказать историю освоения земель.
Среди прочих скверов Курганинска особенно выделяют уютный сквер с коваными воротами на входе. Сквер 80-летия образования Краснодарского края. Ну а теперь давайте же узнаем мнение горожан о городе Курганинск. Девчат, привет! Привет! А вы давно живете в городе Курганинск? Вам тут нравится? Да, мы живем здесь всю жизнь. Нам очень нравится здесь гулять. Раньше город Курганинск был менее обустроен, а сейчас вот появился пляж «Две зари», и также есть места для прогулок. Я переехал 9 лет назад, как бы, ну, в принципе, как бы тут тихо, спокойно, ну, в принципе, все устраивает, но, как бы, есть, конечно, недостатки. Вот то, что мне тут нравится, тут нету пробок, вот это вот очень большой плюс, как бы, куда нужно, в любой момент, как бы, доехал, там, за 2-3 минуты. Ну, в общем, это город для такой спокойной жизни, да? Да, спокойной, душевной жизни, как бы, ну, Краснодар я вам не советую. Давайте поговорим о плюсах. Что вас тут привлекает, что вы видите в плюсах города Курганинска? Много мест для прогулок, есть место, где покупаться, поотдыхать в летнюю погоду. Также в городе Курганинске есть много магазинов с одеждой хорошей, но хотелось бы, конечно, чтобы было больше и он развивался. Ну, меня, допустим, тут привлекает то, что тут тихо и спокойно. Если, как бы, есть, допустим, ну, машина, образно говоря, то можно, ну, в принципе, куда хочешь поехать, и в горы, и на море, как бы, а тут тихо, спокойно. Да. Самое главное, тут нет пробок. Девчат, скажите топ-5 достопримечательностей, которые стоит посетить туристу, который впервые приехал в город Курганинск. А если вы приехали за прогулкой, получите какие-то удовольствия, вы можете поехать на «Две зари», также погулять в парке. Парк Победы у нас очень хороший. Если вы хотите какое-то что-то отпраздновать, вы можете пойти в «Рояль», в «Сакуру», в «Биг Буль». Вот, это все находится близко и удобно. Ну а сейчас давайте плавно перенесемся в станицу Родниковскую, и я вам расскажу про нее. Станица Родниковская расположена на правобережье Лабы. Ее основали как одноименный военный пост. Историю происхождения названия связывают с большим количеством источников питьевой воды, бьющихся из-под земли в разных местах. Одно из памятных мест станицы – это мемориал скорбящей матери, который традиционно посещается бракосочетающимися парами в день свадьбы. А рядом с памятником находится Березовая аллея и храм-часовня во имя святых новомучеников и исповедников российских. Насчет системы школьного образования. В станице есть аж 2 школы – 15-я и 14-я школа. Также в станице активно развивается производство. Например, сейчас вы видите маслозавод «Галлан». Вы только посмотрите, какой большой детский сад есть в станице Родниковской, и называется он «Капитошка». Всем привет! Мы идем по станице Родниковской. Вы можете наблюдать, какие здесь вот улочки. Сейчас вы увидите дом-интернат для престарелых и инвалидов. А за здравоохранение станицы отвечает Родниковская участковая больница.
Торговля в станице предоставлена небольшими частными магазинами и крупными сетями, такими как Магнит, Пятерочка, Фикс Прайс, Карри, Связной. Также есть Валберис и Озон. И множество кафешек. А прямо перед вами спортивный комплекс «Лидер», где детки станицы Родниковской активно занимаются спортом. Помимо всего этого, в станице есть даже свой парк и несколько скверов. Лично я советую вам обратить внимание на Дворец культуры, в котором проходит большая часть мероприятий станицы. Это церемонии награждения, концерты, театральные выступления и прочее проходят в стенах красивого исторического здания. Много лет прошло с момента открытия Дворца культуры, но он по-прежнему остается очагом культуры в станице, согревающий своим теплом, уютом и дарящий незабываемые мгновения соприкосновения с прекрасным. А прямо за Дворцом культуры расположена Литературная аллея. Ее установили совсем недавно. Там расположены лавочки, скамеечки, качели и необыкновенный декор. Ну а теперь мне стало интересно спросить у молодого поколения, нравится ли им жить в станице Родниковской. Привет! Привет! А тебе нравится станица Родниковская? Как давно ты здесь живешь? В станице Родниковской я живу с самого детства. Мне безумно нравится эта станица. Она меня воспитала, дала мне то, что мне поможет в будущем. И вообще Родниковка — это замечательное место, где можно жить. Да, здесь живу с самого рождения, самая лучшая станица, по моему мнению. А какие плюсы ты видишь в этой станице? Ты бы вообще посоветовал сюда приезжим приехать, ну, здесь жить на постоянной основе? Станица — это спокойствие. Из плюсов, что она развивается, добавляет нам разные студии, разные возможности развиваться, разные кружки и разные мероприятия, которые показывают людям, как куда можно идти. Плюсы здесь — по всем выходным часто гуляют дети, все очень весело, никто... Нет, не таких некультурных, все хорошо гуляют, все дружные. А если говорить о минусах, чего тебе здесь не устраивает и что бы ты хотел тут изменить? О минусах. Минусы — это, конечно, маленькая площадь, из-за этого маленькое количество магазинов. Магазины одежды почти что отсутствуют. Ну, 2-3, где одежда, ну, для молодежи не очень хорошая. И тяжело даже понять. Ну, развлечений не особо их много. Но есть какие-то, есть качели. Вот какие есть? Качели. Достопримечательности, парки, аллеи, вот что. Если достопримечательности, у нас есть Литературная аллея, есть парк, наверное, и качели мои любимые. Но качели вообще тема. А ты бы посоветовала сюда переехать, жить? Да, замечательная станица. Все очень культурно. Каждый год строят что-то новое. В этом году построили Литературную аллею. На этом наш видеоролик подходит к концу. Если тебе он понравился, то ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши в комментариях свои вопросы и впечатления. Мне будет очень приятно. С вами была я, Софья. До новых встреч. Пока-пока.